Ларина. Ты от меня прятался. Я от всех прятался. Я здесь по делу. Ты должен расследовать убийство. Алистер Пинч убил жену. На канале рассчитывают на него. Хотят нанять детектива. Я хочу вернуть тебя в реальный мир. Мистер Вальдо! Это убийство творит чудеса с рейтингами. 6 лимонов за эпизод, но эпизодов нужно где-то под сотню. Алистер Пинч нужен мне счастливым, здоровым и не в камере смертников. Текст. Хочу представить вам Чарли Вальдо, детектива, о котором мы говорили. Наденьте что-нибудь. Кончай глупить. Все будут в восторге от этого наряда. Здрасте. Алистер Пинч, вы арестованы за убийство Моники Пинч. Ой, да брось, Пит. Неужели это обязательно? Скажи-ка пока своему дому, Оливье. Скамья подсудимых. Виновен. Мир уверен, что я убил жену, мистер Вальдо. Я не могу утверждать, что мир не прав. Видишь статуэтку? Это премия за актерскую игру в Англии. Видел ее раньше? Это орудие убийства. А, добро. Добро пожаловать в детский сад для богатых и знаменитых. Полагаю, мистер Лев хочет спросить мисс Уайт, хорошо ли папочка играл с другими детьми? Мисс Уайт, нам вновь придется поговорить. Встретимся вечером. У меня есть клиент, который не понимает, почему вы связались с таким убийцей, как Алистер Пинч. Мистер Вальдо, я должна признаться. Вы мне верите? Вы могли кого-то пригласить, а на следующий день не помнить? На следующий день я не помнил даже о том, что женился и завел детей. Мистер Вальдо! Держитесь. Это его первые съемки, народ! И часто такое? После обеда бывает. Принцесса, я пытаюсь спасти вашу жизнь! Давай, твой черед, я покажу тебе мордобой. Не лезь к Алистеру Пинчу. Это было чудесно.